Вы хотели о вещах рассказывать, помните? Какие вещи? О вещах своих в своем доме. Нет, этого я тебе ничего. Но вы говорили, нет, что вы хотели рассказать о некоторых вещах в своем доме. Нет, у меня одна просьба, вполне очень-очень-очень. Вот смотрите, вот на Арчибальда смотрит рисунок явно сэра Питера Скотта. Я так понимаю, что голова кликуна. Вот скажите, это? Да. Сэр Питер Скотт? Нет. Опа. Это Даффило. Его дочка. Это лебедь, который имеет очень интересное имя Флинт. Ты знаешь, что у них все лебеди, которые зимуют... Я мимо пройду. Они, эти все лебеди имеют имена, и все они имеют в виде паспорта рисунок вот этой самой... это еще и Бьюик. Да, это я бревно. Ну, хотя слишком много желтого, на мой взгляд. Ну, вот это рисунок Даффила. И она его мне нарисовала. Я был у них на кольцевании лебедей. Мы с Висящим были в Слимбридже. И вот этого лебедя я поймал, сказал, что он у них еще не зарегистрирован. Они его назвали Флинтом. И так у них там дальше и функционировал как Флинт. Ну да. Слово, жив? Слово все понятное. А жив? Ну, сейчас не знаю, с тех пор прошло много лет уже. 79-й год. Да, 79-й, а сегодня у нас... Потому что тоже Бьюик, а сегодня у нас 2003-й. Да, это давно. Дай бог памяти, 25 марта. А вон там вторая, вот если сюда двинешь, и там открытка просто, то это Питер Скотт мне подарил картинку свою с его записью. Надписью, вернее. То есть это его открытка с его надписью? Она не открытка, это рисунок. Как же, я этого самого видел. Принца Бернара и бывшую королеву. Между, почему бывшая? Она нынешняя, побойтесь Бога. Нет. Не сглазьте. Да нет. Вы маму видели? Мама. Слушайте, вас в малом театре представляли нынешней королеве. А меня жаба душила в это время. Нет, я знаком с мамой. Вы знакомы с Беатрикс тоже. Вы Беатрикс рассказывали... Было. Ну, это какое-то уже совсем другое было. А тогда было очень приятно с ней побеседовать, с мамочкой ее, этой Беатрикс. И покойный Вуз был тогда. Фаус. Ему бедному не повезло. Да. С именем. Да, он у нас как-то транскрипция... Он все время был Вусом. Да. На самом деле он Фаус. Одно, а произношение совсем другое. Вот все так у нас было с ними. А это Питер мне после поездки на Ямал с ним. И, по-моему, этот же рисунок есть в книге. Нет. В книге этого рисунка нет. Там много других. Но в книге очень интересная запись. Что было все организовано прекрасно. Да, это меня очень радует. Я помню. Это же книги все-таки, вот а не так он мне с пьяну наговорил. Все в книге написал. Мне ужасно, мне его жалко. Ну что, конечно, 80 лет. Вот он дожил немножко больше, чем... Ясно, сию минуту. Переплюните. Вот.